До сих пор досуг у экрана телевизора начинался для нас с внимательного изучения телепрограммы на всю неделю. Мы запоминали интересные передачи или отмечали их в программе, чтобы ни в коем случае не пропустить. Повтор ТВ дает нам возможность забыть о телепрограмме. Нам уже не надо учитывать ее в своих планах. Теперь, если мы увидим в программе интересные передачи, которые были в эфире пусть даже несколько дней назад, с помощью Повтор ТВ мы можем посмотреть их именно тогда, когда нам будет удобно. Повтор ТВ — это своего рода усовершенствованный вариант услуги записи Smart TV Elion. В рамках услуги Повтор ТВ те передачи четырех наиболее популярных основных эстонских каналов, которые являются собственной продукцией этих каналов, уже записываются для вас. В течение 8 дней вы можете вернуться в программе к пропущенной передаче и посмотреть ее. Услуга Повтор ТВ удобна еще и тем, что в отличие от услуги записи, вам не надо заранее отмечать передачи, которые вы хотите записать для последующего просмотра. Элеон сделает это за вас. Все это означает, что если вы пришли домой поздно и пропустили интересующие вас новости, то можете посмотреть их в записи. Это также означает, что если ваши коллеги в офисе обсуждали вчерашний выпуск передачи «Очевидец» или еще что-то интересное, чего вы не видели, то придя вечером домой, вы можете восполнить этот пробел. Дополнительная ценность услуги Повтор ТВ в том, что записи можно прокручивать вперед-назад, ставить на паузу и смотреть сколько угодно раз. Повтор ТВ очень просто заказать прямо с телеэкрана. Нажмите на пульте кнопку «Меню», выберите «Повтор ТВ». Нажмите «Ок» и сделайте ваш заказ. Другая возможность заказать Повтор ТВ. Нажмите на пульте кнопку «Меню». Найдите «Экоду», выберите Smart TV и в нем точно так же закажите Повтор ТВ. Единственное, что вам еще понадобится — ваш пин-код.